Здорово всем! Добро пожаловать на канал Razorbacks. С вами, как всегда, Ави и Леня. Добро пожаловать и Кратос. Добро пожаловать на прохождение новой игры God of War Ascension. Восхождение. Ну что, Ави, я буду переводить тебя. Проходи дальше, рассказывай там, что творится с нами, как и что. Ну что ж, как вы видели, в предыдущей части мы вырвались из оков Фури, которая пыталась нас жестоко покарать, может быть, даже сексуально. Мы ей не дались. Ави вырвался, пробился через рой мух, завалил здорового босса, который был похож на куклу, которую одевает на руку. И сейчас мы двигаемся дальше. Мы попали сейчас в Клоаку, который напоминает мою хату. И начинаем карабкаться наверх. Почему я вижу Uncharted в глазах своих, Лёнь? Или Tomb Raider вообще? В чем дело? Не, я что-то... Видео не черпали вдохновение. Так. Погнали. Ну что, Ави, ты как человек, который мало играл в Hack and Slash, и тем более в God of War, который еще меньше играл в PlayStation 3, как ты ощущаешь себя? Как игра? Ощущаю себя тормозом. Слишком добры к тебе. Окей. Потому что, во-первых, я привыкаю ко всем кнопкам заново. Ты давно не играл в PlayStation 3? Да. Это сейчас было как-то, у тебя давно не было секса? Я не говорил мне. Да. И что это у меня сейчас? Я сейчас не сдох, а ты позором. А, вдоль стены. А, красавец. Видишь, как у тебя, как у тебя впечатление от игры? Как тебе нравится? Отлично. Да, нет, я люблю God of War. Это не то, что там... Не, игра отличнейшая. Ты что, сделана четко. Никто не разочаровывает. Тут люди просто хотели что-то новое, вот и все. А сказать тебе там, мне не нравится. Отличная игрушка. Что там дальше? Он не может залезть наверх, что ли? Ползи, опа, наверх. Оп. Он пытается. Оп, обереги его туда. Он давно не кушал, ты не понял, что ли? Пойди посмотри, если что-то есть. Ящичек лежит. Опа, вон ящички. И вон какая-то красные сферы. Так, вот у тебя еще там еще что-то, да. Я вижу, блин, ты видишь, мне в этом это все фигня. Мне с кнопками быстро управляться. Еще какой-то появление. Вижу. Окей. Кратос просто злостный. Просто животное. Ах ты, ёжик. Я думаю, не надо было делать. Хер с ним, давай, идите все, я вас всех сейчас... Меси всех этих вероотступников. На. Где ты там, самый дальний любитель? Я тобой сейчас буду всех валить. Ави осерчал. Ух ты, ёты, на тебя там такого вообще не было, блядь. Блядь, мне кажется, ты... Ну, в прошлый раз, он, когда сделал финиш, он просто ему голову оторвал. Просто по голову? Потому что сейчас... Просто... Нет, просто оторвал голову, а сейчас он его надо взял и вот так. Ух ты, ёты, и так тоже не было, видишь, он еще... Крадо сейчас испачкал кусок. Так, оп, оп. Смотри, как он с тобой на привязи идет. Да. Собачка идет. Ёпта, давай. Да. Круто, ну-ка. Продемонстрируй всю свою злость. Где он? Я уже продемонстрирую свою злость. По-моему, там все, уже все закончили. Тебя он к той цепи, по-моему. А что у меня? Что у меня такое? Месячное сиди, посмотрим, весь в крови, что такое. Ну, настоящий мужчина носит только юбки, я смотрю. А что это? Это не юбки, ты не понимаешь. Ох ты, какой ты быстрый, Кратос, вообще. Не напрягайся. Лёнь, я тут напрягаюсь. Знаешь, как долбать на эти кнопки меня раздражает? Иди сюда. Вижу. Сюда. Я увидел вовремя. Хотя тебе это не надо сейчас. Дай мне в задницу. Тут он напрягся, видишь? Ой, ёб, я когда я привыкну уже, где что нажимать, и сколько где держать или не держать. Ну давай уже, что так... Это не я, это он так медленно придет. Это никто... типа подчеркнул драматизм. Чтобы никто не подумал. Я не стану потворствовать тебе, как сестра. Да. Лёнь, да ты там пиво набухался, да. Скажи мне. Вон я, вон Ави бьется головой об стену. Ави головой об стену. Нет, чувак блюет. Так бьется головой об стену, Ави. Это... Кто это? Кто этот Кент, скажи мне? Да. А, я знаю, кто это. Это Кенты за решеткой, Лёнь. А, ну да. Да, да, да. А это что у нас? Опа. Это тоже Кенты за решеткой. Выходи. Давай дальше. Подожди. Я не знаю, где я, все нормально, так я не люблю тебя. Ох ты, ёперный тебя-то. Лёнь, что произошло сейчас? Все произошло, огромная рука схватила маленький
спичника рабов, в котором ты сейчас находишься, и сейчас тебя будет сильно трясти. И что мне делать, трясти? Сейчас, короче, там нажимать надо. Ах ты идиот, она. То, что нажимать, ты будет удивиться. Ебашь всех на! Я пытаюсь, наверное. Вот так, красавица. Ну-ка, вот эту черту, давай. Мне нравится, брат, вот это. Ты пойдет он этим кем-то всех. Нет, ты брать на другого. Там мне пофиг. Смотри. Нормально, да, у меня тут 57, так нет. Все, кто-то увалился, видимо. Самое где-то интересное, знаешь, что когда перед тем, как игра выходила, все говорили о том, что покажут, какой Кратос все-таки был человеческую сторону. Человеческая сторона еще хуже, чем та, которая он был. Лёнь, подожди, тут творится что-то невероятное. Я не знаю, что даже не делать. Прыгать начинает. Видишь, я могу прыгать, реально. Ах ты ёбер. Он тебя забросил в мух. И мухи же, посмотри, мухи, блядь. Мух давай в первую очередь, как фейсхаггер. Ты на! Это ты там трясёт, и остается без головы. Всё умыли с кровью. Всё. Я не увалился куда-то. Опа! А там прыгает, это не я, чтобы всем мир видно. А это чувак пытается... Слушай, я не понимаю, что этот чувак пытается от кубик-рубик, что ли? Да, я только хотел сказать, он пытается кубик-рубик. Я бы уже давно хуйнул бы эту херню куда-нибудь. Ты ё, меня кто-то валит там, Лёнь. Прикинь, я даже не помню, что там творится. Давай, Ави, мочи всех. Слушай, ты можешь вышвырнуть его? Я не знаю, если я пытаюсь, да, еще и увидеть это все, где там. Давай, блядь! И улетел, чувак. Сюда иди. Да. Ну все, была охуенная фаталити. Ну хватит уже, давай уже, поднимай на плечо. Он по-моему, дальтоник этот чувак. Чтобы, чтобы... Ему не важно, что собирает, он, по-моему, дальтоник. Ой, бля, что ты делаешь? Опа, R1, давай. Подожди, ты думаешь, как-то все просто. Готовься. Да и... готовься, я сейчас сдохну. Надо нажать кнопку, ты пролетел дальше. Нет, это меня начало. Караульная. Типа тут орут караул постоянно? Советы давай, Лень. Во-первых, сходим и возьми меч. Я беру меч и не бью его? Это оглушающее оружие. А это что у нас такое? Стой, не сюда. Дальше он там была... Я видел, что там что-то есть. Вон, здоровье и все такое. Слушай, что-то у меня выходит нехорошо. Мне нужно лучше играть, Лёня. Ами. Ты будешь лучше, как ты, не волнуйся. Ты думаешь? Нет. Я это сказал только просто так. Да? Я цинично для сказал. Поддержки? Пошел в жопу. Даже не для поддержки, просто из цинизма. Так, я так думаю, тебе, да, эту легкая, херню, тебе надо эту херню запульнуть ему в глаз, по-моему. Или в тебя. Ух ты, нифига себе, у чувака прикольный пирсинг. Игра несложная. Ты играешь на среднем. Да, но на среднем, по крайней мере, игра несложная. А, ведь ты еще не дошел до сложной части. Да, ты думаешь? Пока что. Спускайся вниз. Кстати, интересный факт, если ты заметил, я пока что-то не видел сохранений. Точек сохранений тут не видел. Ты видишь, подожди, что подожди, есть автосейв. Ну чего подожди, ну тяни, блядь. Сосредоточься, да? Видишь, твой друг пришел. Ну все, я пошел запьем. Ты ему долг не отдал, теперь он гонит. Ты на этого черта, по-моему, можешь сесть потом. Садишься ему на шею, там что-то поднимаешь ему века, или можно управлять. Поднимаешь века. Да, в глаз ему пихаешь меч. Ох ты, ёперный, как он меня. Но рыкнул он вообще. Сейчас воздух не будет. А, подскажи по системе подкатов. Да я пытаюсь, я думаю, если в воздухе можно валить или нет, а ты не дай. А вон бил башко мне пытался залить. Слушай, он крутый. Вау. Ах ты, ёп. Вот это, ах ты, ёп. Вау. Я тут больно уже пика раз. Может, со спины к нему зайти. Ну,
Давай, я один. Я пытаюсь, ты видишь, я начинаю соображать, не мешай. Давай. Не мешай. Вот, видишь, что теперь там... ты можешь им бить. Да, окей. Давай почеши мне спинку, почеши мне спинку. Херально. Ой, как щекот, давай как щекот. Вот, как психу. Ты можешь еще у тебя какой-то супер ударить, да, такой. Я не вижу супер ударить. Вот этот вот, да. Можно быстро. По рангу тангерский. Да, неплохо, да. Повалить их красиво, смотри, как они красиво. Как они красиво все улетают, супер. Вот видишь, какое место интересное. Место напоминает тебе такие же наезды в Кослевании. Последний, да? О, нихера себе. 2019 года. Сука, это же скачка. Че дальше? Я кончил глазами второй раз. Опять попробовать это тянуть. Он говорит, тяни давай, кидай. Че, куда кидаешь? Да тяни, а Кратос сам все сделает. Не все надо сделать сейчас до конца. И отпустили. Все, подожди, че дальше тебе? Так, у тебя, по-моему, нажимать кнопку R1, перепрыгивать сюда. Наверх типа тогда пойти? Нет, типа взобраться сюда. Через лестницу, подожди. Идет сохранение. Самое главное, что идет сохранение. Если б, да ёб, если бы сохранение шло, блядь, я бы давно не достал. Молодец. Раскачивайся и прыгай с помощью X. Ну да, почти. Типа того, только раскачаться. Да, 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 да. На Олимпийских играх бы... Кратосу бы не повезло. Че там он пытается забрать? Че он как кукарача там что-то делает? Давай, оп! И... Молодец. Эх, как Кратос красавец. Все, забрал, все, так мало было, я еще хочу. Что еще он хочет? Сюда, что ли? А, вон я вижу. Давай, оп! И что это, что и что это было? Ах, это было больно сейчас. Нормально, я сумел. Это ты, Лёня! Кратос, я твой брат! Свои лучшие годы, которые еще не наступили. Хера себе, если какое-то кабанище, блядь. А, это твой друган! Скажи мне, у меня будут без конца боссы каждые 2 минуты, или что-то еще будет, кроме этого? Или он просто будет валить всю игру? Кроме этого будет еще больше боссов. Он будет всю игру этим кем-то валить, или будет еще что-то? Ну что, Жарин? Пожелаем тебе удачи. Это что, опять новый этот Кент? Это не новый, это старый. Ну, который до этого. Все новое, хорошо забытое старое. Да, оперный театр, Лёнь. Теперь у него только есть помощник. Я себя не вижу, я себя не вижу, не знаю, что мне делать. Fucked up hand, как говорится. Ну, зато теперь ты научился L1-R1. На! Молодец, сразу не нравится. Все, руки нету, что ли? Я не понял. Есть рука, стрикл, но разодрал. У него две руки теперь, а? Я пока могу сюда прыгать сейчас. Ебашь, рубашь по рукам, чтобы он отцеплялся. Бью, бью, пытаюсь. Прыгай. Слушай, ты же столько порёвал. Да ёб, я прыгнул, всё равно не попал. Давай, давай, Ави, Маш, смотри, сделай к нему маникюр, да. Да, я прыгаю не в неправильное время. Ну, духами на там, я понял. Я не могу сложить его никуда. Круто, ну, давай. Ты пытаешься? Ну, и подбеги ближе, и... Так, Леня, не это самое. Посмотрим, что нам подготовили на этот раз. Посмотрим, что деньги люди еще там готовили. Все? Нет. А, он тебе надо, наверное, вторую свалить. Вот мудак, а. Тас. Ох, ёп! Сейчас тебя льет, как эти чуваки из Dead Space. Садистки, я вижу, да. Меня так раньше называли, что-то садистки, все равно. У тебя были жестокие напомнители, да. Ты был маленький костер, не ты? Нет. Тонких детей, да, маленьких детей. Давай, Сергина, давай, завали. Ах ты, сука, что, он допал мне? Нет, да. Давай, бля, ебашь. Да, все нормально, ты видишь, я пытаюсь. Отлично, все, пока. О,
Тебе жизни подкинул. Давай, ну-ка тебе на вторую столб на него. Ну пока как жизни не подкинул. И чё? Смотри, у него бивень не оторвался. Нормально, зато красиво выглядит, да. Ты с ним сфотографировался бы с ним на все места обезьян. Стал бы под Facebook на фотографии. Знаешь, сколько людей бы тебе лайк сделали? Давай. Как пират. Да, давай уже скотину, давай, бро. Все, ты опять. Ты ёкарный ещё, опять сейчас выиграет эти пилеты. Я не буду ставить на а, нормально такое. Тут мужик сейчас немножко разведу. Ах, сука. Дави мух, дави клопов, блядь. Да вон, на хуй, я понимаю, все нормально. Слушай, по-моему, тебя приходовал сейчас не было нормально. Бей по локтям. Ломай суставы, блядь. Ребра вышибай. Все, блядь. Все, блядь. Смотри, блядь, сзади сколько мух собрал. Да, в сраку мух, блядь. О, давай, пузо его раскирачит. Отлично. Что дальше? Давай. Дальше давай. Больше. И держи пальцы. Держи, пальцы веером. Не вижу, да? Будут пальцы веером, блядь. Опа. Опа, сейчас он заставит его обнять эту колонну, блядь. Ёбаный бог. У тебя есть клей быстрый, минутка? Давай, в башку его. В костер. Спись, ты что, куда рыбка? Офигел, как мы так съел. Сломал он позвоночник к хуям. Чё-то мне не нравится, вообще никак. Это ты прикинь, это прикинь, это была маленькая рука. Я понял. Это этого кента, которого мучает. Ну чё, Лень? Я думаю, мы как раз сейчас ролик красивый. Я остался живой. И... Хэппи-энд? Да. Херта. Ну что ж, думаю, пришла подвести итоги данного эпизода. Пришла подвести итоги. Пришла пора. Ты пропустил пора. Ну чё? Надеюсь, что вам понравилось. Потому что нам понравилось просто невъебительно. А ведь тебе понравилось? Отлично. Офигенно. Ребята, всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, оставайтесь с нами, ждите больше. С вами, как всегда, Razorbacks. Подойди к нему. Подойди к кому? Подойди к нему. Кто не сделает лайк, будет выглядеть вот так, поняли? Так что ждем ваших лайков и подписываться на канал. Пока всем. Счастливо.